Это универсальный принцип жизни. Одно из основных прав человека. У каждого должен быть доступ к достаточному количеству питательных, разнообразных, приемлемых и безопасных продуктов питания. Все начинается с природы. Это путь от наших полей до наших столов. И именно там мы празднуем нашу культурную самобытность. Всемирный день продовольствия. Еда – это повседневное право для всех и повсюду.